И вот такие вот наклеечки. Я не знаю, можете себе в комнату... Вы же будете украшать комнату? Mm-hmm. Ты представь себе. Я сейчас. Настолько отвлеклась, что начистила кучу картошки. Я знаю, как можно. Понятно. Приветик. Всем привет. Доброе утро. Мы тут с утра с папой сразу за продуктами съездили, пока дети в школе. Бонь, тебе ничего там нет. Мы сейчас будем завтракать. Мы еще не завтракали, сразу после школы. Отвезли детей, поехали за продуктами. Время 10:20 уже. Так, сейчас быстренько покажу, что купили. Так. Апельсинчики тут у нас. Пицца, как всегда, большая. Это что? Это такой йогурт, десерт. Пудинг. Протеиновый творог. Творожок. Мы с папой кушаем сахар. Это в школу. Деткам беру такое. Хурма. Мимо хурмы вообще пройти не могу спокойно. Обязательно покупаю, если попадется. Маргарита любит клубничное варенье. Так, это сливочки. Сливками готовлю. Чай. Не знаю почему, но берем всегда с пакетиками. Просто мы, если я чай завариваю, мы его не выпиваем. А с пакетиками нам удобней. Нашла вот такие вот хлопья, типа Oreo, только Neo. Вот, черные с белой начинкой, не знаю, еще не пробовали. Надо попробовать. Так, тут у нас лаваш, виноград, молочко обязательно, мяско, фарш. Это свинина с говядиной, это говядина, курочка тоже обязательно, ножки. И индюшка. Так, это для супчика рыбного. Ну, колбаса, сосиски тоже куриные. Так, печенюшки тоже в школу. Так, это сюда. Здесь это тоже в школу. Шоколады с шоколадом и с йогуртом, с начинкой. Так, что тут? Это тоже в школу. Такие вот булочки тоже с шоколадом. Замороженные овощи. Моцарелла для пиццы. Сюда. Так, что здесь еще? Так, вот это вот любимая папина. Папин фрукт. Палочки рыбные тоже любим. Ну, это йогурт, это я оладушки делаю. Всегда на этом, на йогурте. Креветки для супа. Йогурт, палочки в школу. Это тоже этот творожок. Йогурт и греческий йогурт натуральный. Ну, тут бананчики, картошка. Вот что еще. Ну, вот тут по мелочам осталось у меня. Это авокадо папе. Перчик. Салатик. Что у нас? Шампунь я себе взяла. Масло. Еще, по-моему, это у нас сырный творог. Да? А это сыр. Тоже с протеином, протеиновый. Чуть палец себе не порезала. Вот этой вот. Это чай с ромашкой. Так, и это что у нас? Это имбирь папа взял. Все. Вот на сегодня покупочки наши. Живые дрожжи. Помялись. Хлебушек иногда пекули по булочке. Привет. Не купила мороженое? Нет, я не купила мороженое. Папа, давайте мне поможете это все убрать. Это нужно в морозилку. Иди отнеси в морозилку. Откуда у тебя шоколад? Шоколад. А что это? Это а смотри, вот такие вот взяла шарики, не знаю, куда-нибудь. А еще я купила наклейки на стекла. Они остались, походу, в машине. Вот, я еще взяла бумагу. Взяла еще две такие вот, два рулона новогодний. С елочками и с этим, да. И вот такие вот наклеечки. Я не знаю, можете себе в комнату... Вы же будете украшать комнату? Mm-hmm. Ну вот, одна тебе, одна Маргарите. На окно там, или на зеркало, или на стеклышко на свой, на столе. Вот маленький можешь наклеить. Mm-hmm. А это можно наклеить на шкаф. Ну там у тебя же всегда закрыта шторка, не видно. Ты же шторку закрываешь. И пока что все. А завтра я поеду в этот, или в МН-центр, или в этот. Нет, надо в МН-центр, потому что там сладости. Я сама поеду. А там, если там же есть точно... Потому что я пойду к моей подружке на день рождения, и там... Завтра? Нет, в пятницу. Ну, завтра пятница. И можно мне завтра у меня тоже спать, переночевать? Не знаю.
А я сижу, монтирую. Я хочу сегодня, чтобы вышло у Ксюши второе видео. Нет, это я буду. А то у Маргариты сколько там? 4 видео, а у Ксюши только одно. Да, вот, у Ксюши засняла уже 2 видео. Тут она играла Among Us. И следующее видео вчера она играла в этот Fortnite. Вот, сейчас я хочу вот это вот быстренько видео смонтировать и выложить. Еще мне нужно влог смонтировать. Вот. Представьте себе сколько. А еще мне нужно обед приготовить, накормить, убрать, поиграть, сделать уроки. Ну, в общем, работы у меня много. Ксюша спрятала в свою сумку эту какашечку. Она не может достать. Она ее ковыряет, ковыряет, не может достать. Когда мама мне мама. А вы играть сейчас будете, что ли? Да. В школе, на уроке да, играть? Да, потому что у нас календарь есть, и ну, мы уже начали открывать. И потом это один мальчик вытянул один час играть. О, круто. Интересно у вас. Ксюша идет в школу играть в настольные игры. Все, давайте. Через дорогу осторожно. Хорошо, Макс? Давай, пока. Я с тобой приду. Я с тобой приду. Давай. Пока. Бонь, ты что тут делаешь? Мячик нашла. Мячик застрял. Эй, тихо. Тихо. Все, все, все. Все, давай, давай. Выкинь его. Так, все, детки. В школе, а я дальше работать. Дети, Бонни хотели кушать. Я вот такой чип, вот такой хлеб я даю, вот такой. И Бонни нужно поймать. Ой, не поймали. Еще. 1, 2, 3. Ой. Голову помыла? Мам, Каролина, Карина. Угу. Ты представь себе. Я сейчас смонтировала видео, влог. Final Cut выключается, и я теперь не могу зайти, и видео, походу, не сохранилось, которое я смонтировала. Сидела час, монтировала видео, влог вчерашний. Обидно, думаешь? Очень обидно. Не открывается программа, я не знаю, что случилось. Зла не хватает. Я тут смотрю наш влог. И кушать готовлю. Настолько отвлеклась, что начистила кучу картошки. Мне нужно на суп только 2 штучки. Вот такие вот. Я еще вон куда начистила. But I won't, 'cause I got better things to do. Rather spend my precious time chasing somebody who loves me too. If I got a dollar for every time you slam the door, I would be the richest girl. Так, я здесь сижу и играю в пиано, учусь играть. Сейчас смотрю видео. Вот, на телефоне. И учусь. В общем, я скачала программу в телефоне и теперь я учусь. Сейчас села и играю. А вот скоро, сейчас какое время? Да, мне нужно идти на гимнастику. Jetzt, warum habe ich kein Screenshot gemacht? Du weißt dir noch. Mm.
я это уже смотрела. Так, ну теперь попробуем на телефоне. Ну. Смотрите, я нашла куклу эту мамину. И вот она. Я расчесала. И мама чуть подрезала волосы. И смотрите, тут так странно. Ну, вообще-то оно должно быть так. Но очень странно. Я хочу чисто делать прически. Мы на штатив ее поставили. Сейчас я попробую взять хвостик. Я знаю, как можно делать. Надо опустить волосы. Держится. Что у нас там за балаган? Балаган, что за балаган там? И что ты будешь ей делать? Ты красавица. Это я еще покупала давно, давным-давно, уже, наверное, года 3-4 назад покупала вот эту вот голову. Ой. На этом. Алиэкспресс. Нет, ну на китайском сайте. А ты когда кончики расчесываешь, держи его так, чтобы не выдергивалось. Ну не выдергивается. Они выдергиваются быстро, она лысая будет потом, уже и так волос мало. Смотри, волосы какие-то странные. Ну так они прошиты, неровно. Да, нету пробора. Они не умеют не заказываться. Нет делают. Пробора там. Они плохо делают, не заказываются. Угу. Хм, вспомнила я. Да не мучайся ты с этой куклой. Маргуша пришла? Как позанимались? А что ты не в той футболке пошла, в которую ты купила? М? А, ну это же не от гимнастики, это от чьей. Мама, ты тоже... Так ты сейчас ходила на гимнастику, не на черлидинг. Да. Понятно. Черлидинг это каждый сегодня. А завтра ничего у тебя нет? Что ничего нет? Занятий у тебя нет завтра? Нет. Молодец. А зачем эти буковки? Это ноты. Ноты? А что только две? А что только две? Какие еще не показали. А, ты уроки сделала? Нет. Все уроки сделала? Да. Ничего не нужно было? Мы только что сняли видео на канал Маргариты с прическами. Так что надеемся, в субботу оно выйдет. А сейчас? Что мы будем делать? Собираться спать. Давай, давай. Хотя, два, вообще-то 9 часов уже. Ну-ка, покажи, сколько времени. О, 9 часов. Готовимся. Уже 9 часов, дорогая моя. Давай, давай. Сейчас, давай. Отдыхать. Пока дети укладываются, переодеваются, собираются спать, я хочу. Хочу масочку сделать, что ли. Такая вот у меня есть. Сделаю маску. Гиалуроновая маска. Иначе я никогда не сделаю. Утром я не могу, некогда. Ух ты! Она прям такая жидкая. Очень мокрая. Если сейчас не сделаю, то я не сделаю никогда. Хоть чуть-чуть появилось время свободное. Так вот сейчас. Ой, она так вкусно пахнет. Очень вкусно пахнет. Не знаю чем, но ой. Maybe it's 'cause we are. Got time and we'll waste it. Got no plans for the night. Love how you look at me, feeling low, nothing to lose. Can we stay here tonight? 'Cause I don't wanna go. I know that.
протест. Что? Я же сказала, буду пугать сейчас их. А ты эту? Понюхай. А почему не эту? Понюхай. Вкусно? Тайга. Вкусно? Тут еще, по-моему, немножко осталось жидкости. Да, тут много так. Ее даже можно еще потом намазать. Так, все. Буду ходить, пока не высохнет. Так, как я уберу, у меня еще вот такая есть. Я ее потом попробую. Я еще никогда вот такую вот не пробовала. Она пенится. Но никогда это... Покрывается пенкой. И кто это? Веган. Бабл маск. Бубл. Крейзи. Так, нужно держать 15 минут. Не нравится мне, как она. Так, все, давайте, ложитесь. Я завтра мой лёд чеченки вспоминаю. Уже день заканчивается. Будем собираться спать. Маркуша там. Марго! Я маску сделала. Она уже засыпает. С телефоном. Давай, уберем на полочку. На полочку, на полочку. Давай, давай. Сюда. Я все? Пить хочу. У тебя единорог на затылке. Все. Завтра во сколько? Рано. Обеим? Да. Хорошо. Все, давай, Ксень. Вперед! И с песней. Все, спокойной ночи. Все, пока. Спокойной ночи. Уже 10, да ладно. Все, быстро бегом. Спать, все. Макс, пойдем быстрее, уже 10 часов. Каролина, машинки убираем. Мы сейчас в школу не идем, мы сейчас идем спать. Дай маску. Кружечки убираем, машинки убираем. Нет. Ксюш, почему ты до сих пор не в кровати? Ксюша. Что? Нет, это не твоя кровать. Макс, машинки убирай. Ксюша лежит, наблюдает. Иди к себе на кровать. Все, пока. Всем пока. У-у-у.